Всем привет! Вы на канале TouchHatch, меня зовут Сергей, и продолжаем проходить Горн VR. Да-да, тот самый интереснейший файтинг. В общем, смотри, мы с тобой находимся, так как... Ой, куда ты? Куда ты поехал? Стой, вернись! Смотри, мы с тобой находимся на третьем этаже. Вон ту комнату мы с тобой зачищали в прошлой серии, теперь осталась комната Gained. И вот тут еще парочки человек, я так понимаю, вот здесь, вот прям мы с тобой зачистим кого-то вот из этих трех товарищей. И спустимся вниз, пониже, чтобы посмотреть, кто же нам там остался, так. Поэтому медленно, но верно я ползу к цели, и сразу поехали на арену. В общем, наша задача сегодня проста. Закончить вот эту... Ой, смотри. Смотри, при загрузке, оказывается, если прям вблизь поднести руки, их видно. Закончим вот эту арену. Тут, кстати говоря, с ловушками уже поскуднее, вон та зона. Но нет, на стенах тоже есть, но на них, по-моему, никто не долетит никогда. Так, собственно говоря, я готов, давай-ка сюда, иди сюда. Возьму вот так вот, пожалуй, перехвачусь и даю. Давай, салютируем, я готов валить фарш вот этих вот товарищей. Отлично, наконец-таки дали хоть что-то. Это почему он так? А почему он такой большой? Подожди, секундочку, малую... Бунь! Хе-хе, малую секундочку. Я не очень понял, с какого перепугу он такой огромный, это раз. Два, срочно нужно кого-то убить. Судя по всему, меня уже с начала матча меня уже зацепил лучник. Хе-хе, вот этот товарищ. И, собственно говоря, как из названия уже было понятно, здесь... Ой, тихо, обороняемся. Появились гиганты. И он действительно прикольный, потому что разнообразие противников здесь явно не хватает оружия. Безусловно, оружие, доспехи и все прочее сделано круто. Очень и очень разнообразно. Больше всех на самом деле напрягает лучник. Иди сюда, тынь, отдыхай. Но вот с противниками в этой игрульке, именно с разнообразием, ну как-то так себе. Гиганты, между прочим, чего вы так страшно выглядите, подождите, пацаны. Так, будем с вами разбираться по одному разбираться, стараться вот так, в принципе. Судя по всему, они особо-то и не такие... О, тихо, зацепил, надо убивать срочно кого-нибудь, хотя бы кого-нибудь. Ура, зацепил, не сказать, что они вроде как прям сверхсильно сложные, страшные, безусловно, потому что они реально намного, очень, тихо, да кто меня зацепил-то, подождите, сейчас размахаю, сейчас все поправлю, немножечко подождите, вот, так лучше, так, стоп, ты куда, подожди, умирай, еще один, посмотрел такой на него, главное, вот что, говорит, со мной будет, и подумал, видимо, плохо, и решил нас попробовать тоже добить. Ты представляешь? Ой, фу, одна челюсть осталась, фу. Ой, почему-то челюсть не отделилась от туловища. Фух, да, с маленькими противниками реально как-то попроще. Уже, так сказать, попривычней. Попривычнее, у них не такой огромный радиус действия. Потому что... Ой, тихо, ты что, посмотри на него. Радиус действия, собственно говоря, у них поменьше, у больших побольше. Этим, наверное, они и самые опасные. И, кстати, тихо, лучник, стой, не дергайся, я уже за тобой выехал, понял? Уже иду, а у тебя осталось... Так, что ж вы такие преследователи-то, а? У него осталась одна стрела, значит, его дела беда. Еще чуть-чуть, прям чуть-чуть, и вот этот вот товарищ, пуньк, готов. Великолепно, шикарно, отлично. Гиганты, фух. Так, мне выдут оружие или можно это выкидывать? Вот это модель. Да, смотри, выдают новое оружие. Но гиганты, блин, клево. Реально прикольно, реально клево. Разнообразие. Не хватает чуть... Ой-ой-ой. Не хватает чуть-чуть разнообразия. Попробуем теперь поиграть с вот этим метюшкой. Ничего себе у него палка-то раздвигается. Так, я готов. Поехали, не будем задерживаться. Палк, смотри, как раздвигается. Их телескопический меч какой. Так, ага. По стандарту то же самое, как и предыдущий раунд начинался. Три маленьких, один большой, но я уже не боюсь. И четким ровным движением в голову сразу будем их месить вот так вот. Стоп, тихо. Так, верни меч, скажу честно. С мечом стало хуже. Так, минус один, еще посильнее так. И эть, во, и эть. Тихо.
Не булава, а что у меня был? Типа топора, что ли, или булава, я уж так не понял. Или топор. С ним, скажу, было попроще. Попроще, чем с мечом, он вроде как потяжелее. Ну-ка сюда иди. Ух, вот это дистанция. Вот это я могу дистанцию держать. Ты посмотри. Ты посмотри, какая огромная. Он даже дойти не сможет. Не то, что своим молотом. Он ни с чем. Можно лучником. Можно так будет дистанционно резать лучников. Не знаю, чем вот это помогает. Вот это вот я не очень понимаю. Но работает это нормально. В принципе, дистанция у меча приличная. Так, сначала разберемся с этим. С этим я сказал, с тобой разберемся. Они не берутся. Они не берутся почему-то с одного удара. Что очень огорчает. Потому что пока ты разделаешься с... почему так близко-то? Почему так близко? Подождите. Так, начинаю. Начинаю тактику беспорядочного махания руками. Но она помогает. Она реально иногда помогает. Живучий, зараза. Они прям живучие. Они намного живучие. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ты иди сюда. Это вам самый умный. Самый умный из пати, он подождал. Подождал, пока с остальными разберутся. И только потом сам полез в драку. Ты посмотри. Очкует. Очкует великан. Вот этот вот очкует. Так, сейчас ему голову разнесу. Тихо, тихо, тихо. Пока я тут игрулькаюсь. Пока игрулькаюсь, ко мне уже подошли, значит. Вот раз, товарищ. Вот второй. Ну, учиться бы каким-нибудь образом с носителем шлема. Вот это было бы круто. Все, раунд закончен. Нафиг этот меч. Я готов, я готов. Дальше. Ух, какая морда огромная. Ты посмотри, иди сюда. Иди сюда. Что такое, что такое? А, это мне оружие выдает. Я исчез. Хотел показать себе морду его, может, на превьюху, может, на превьюшечку забрать. Но нет. Ух ты, это что-то новое. Это что-то метательное. А как стрелять? Ты? О, ничего себе. Рабо, уху, ты попал. А ты попал, товарищ. Наконец-таки я смогу в тебя покидаться. Неубиваемый! Неубиваемый вот этот вот товарищ, к сожалению. Жалко. Так, ладненько. Это, я так понимаю, уже повеселее. Ух, намного повеселее. Прям намного повеселее, чем луки и прочее-прочее. Это раз. Два, ты посмотри. Ты посмотри, какая у него ска... Ты умер еще, что ли? Ничего. Я в тебя стрелял, почему ты не умер-то? И это не умер. Какая скорострельность, ты посмотри, это просто шикарно. Они так отлетают весело. Я не могу. Физика в этой игре, это реально чудо. Вот физика и физика движений. Ну-ка, иди сюда. Так, минус ты, и тебе в голову. Тут не попал, не попал прицел. Ой, тихо, тихо, слишком уж быстро он поднялся. Слишком близко к нам подобрался. Ну, ну, да подожди. А чё ты не стреляешь-то? Ну, стреляй, у меня закончились походу патроны. Ха-ха, я достоялся, да выпендривался, закончились патроны. Стой, придется вот так, придется вот так, стой, тихо, я тебя так навешу, ну попробуем еще раз. Ну, да не работает, не работает она, к сожалению, но, меж прочим, в ближнем-то бою она очень и очень неплохо себя чувствует. Единственное, что успеть бы его добить. Да добивайся ты, да что, нельзя так делать, нельзя так делать, патрон, не оставь. Они не оставили мне патрон, подожди. А с вами-то как справляться, если у меня закончились боезапасы? Так, ладно, пользуемся старой тактикой. Пользуемся старой доброй тактикой. Держать дистанцию и резко, моментально, резко и дерзко подкрадываться к противникам. Вот эти малыши... О, тихо, отразил. Отразил, нормально все отразил. Иди сюда, иди сюда, я тебе сказал. Ход пошел. Ну-ка, ну-ка, и пунь, добивай. Да добивающий. Какие живучие товарищи! Нереально живучие! Тихо, тихо. И последний. Нет, не последний. Думал, последний, но... Эй. С ними расправляться становится гораздо и гораздо проще. А, когда у тебя в руках первая, первая пушка... Тихо, стой, 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 стой. Замесил. Ты со спины, кот. Подкрадывается со спины, значит, дамаг наносит. Ну кто так делает? Ну кто ты что? Так, где-то еще. Должны быть еще противники. Я готов. Выпускайте всех по... А, ты... Эй, ты живой. Ты, что ли, оказался живым? Да ладно. Подстава. Вот эта пушка, это просто подстава. Смотри. Смотри, еще раз проверяй. Оп, появилась. А патрон-то больше и нету. Патрон, к сожалению... Появились! Непонятно, откуда они появились. Тихо. Тихо, я тебе сказал, подожди. На, вот так тебя. И тебе по голове ровно. Не получилось. Не получилось, задели. Но с ними реально... Они маленькие.
Они маленькие, до головы дотянуться, прям делать нечего, практически вообще никакие проблемы. Тем более таким, тихо, стоп, отразил, хорош отразил. К ним привыкаешь, они не внушают тебе такого уже страха, как раньше. Потому что раньше, когда он на тебя выходил, полностью бронированный, ты такой, ну все. Ты думал, ну все, тем более, если он вдруг оказался не один. Ты думал, у тебя начались проблемы. Вот я так и думал, ты представляешь? Прям так и думал. Сейчас? Нет. После этих великанов вы, товарищи, никчемные. Вот ты, в частности, ты никчемный совсем, понял? Так, быстро, резко отступаю. Ну, практически. Практически быстро и резко отступал. Для того, чтобы перезарядить вот это вот чудо те... Я думал, у меня забрали руку. Фух! Так, посмотрим, что у нас здесь было. Одной рукой, я так понимаю, я с вот этим вот вообще ничего не сделаю, поэтому я так... Это именно выбор. Это выбор того оружия, которое тебе нужно. Вот эта секирка. Готов, я готов, погнали. У-ху! Вот эта секирка мне понравилась больше, намного больше, чем вот этот меч. Не знаю почему. Либо у секирки дамаги побольше. Kill enemies. Буду теперь читать чуть-чуть повнимательнее вот здесь, потому что мне, оказывается, написали, что я неправильно прочитал задание. Нужно было не убить 40 противников. 40, целых 40. А снять, оказывается, 40 элементов защиты. Вот в чем заключался тот основной квест, на котором мы с тобой потратили последние минуты предыдущего прохождения. Ой, я тебя не заметил, извини. Так. Смотри, гуча, прям самая гуча. Вон тут и вот тут. Вон там два великана. Так, пока никто не подошел. Поговорим, пока никто не подошел. Там одни великаны, поэтому что-то не очень хочется. Так, минус. К великанам пока лезть не буду, еще маловато опыта. Но здесь точно и четко написано. Kill enemies. Типа, убивай всех подряд и будет тебе счастье. Ладно, поехали. Поехали, не зря нас учили против этих титанов сражаться. Поэтому забегаем прям в гущу, прям в кашу вот этих вот всех товарищей. Потому что здесь это должно быть побыстрее. Нам еще как минимум сегодня с тобой нужно попасть на еще один этаж. Посмотреть, поглазюкать, что там, где там. Поэтому не будем терять время. Не-не-не, тихо, не кидай меня, ничем не трогай. Я сам к тебе подойду, понимаешь, подожди. Подожди, главное, ты резких, поспешных движений никаких не делай. Со спины. Они так любят сильно нападать со спины. Я прям не могу. Я так не делаю, как вы так делаете. Так нельзя делать. Это нечестно. Это реально нечестно. Тем не менее, они отсюда свалили. Свалили и устроили свою дискотеку чуть-чуть поодаль. Пойдем близ. Подберемся. Это мой. Однорукий, извини, это мой. Ух, однорукий бандит. Убили, походу, этот главарь. Не знаю, главарь, титан, гигант. Как их только не назови. Последний. Выпускай еще, я готов к сражениям, готов меситься. Я покушал недавно, и в принципе, я готов. Нельзя кушать перед тем, как ты начинаешь играть в горн. Тяжело, очень-очень тяжело махать вот руками. Мало того, что ты сам в напряжении, постоянно в битве. Че ты хочешь от меня? Так, он хочет выдать мне еще одно оружие. Это пух! И превратилось в пепел. Во, неплохо! Щит! И жидкая булавка. Прекрасно! Выпускай своего чемпиона, будем рвать его. Будем рвать и метать его в кулу. Ух! Вот о чем. А почему не через центральную дверь-то? Все через центральную, ты мне как упустил какого-то ложка косого. А прикольно, вот это действительно прикольно, но могу сказать, что он, зараза, какой-то прям очень-очень огромный, по-моему. Не могу ничего говорить. Но как... Быстро, наступаем в атаку и начинаем его месить, пока он не одумался. Он пока не пришел в себя, он не одумался, не понял, что происходит. Быстро, тихо, я защищаю щитом, у меня щит, когда смотрит. Тихо, я тебе сказал, у меня щит. Ну, давай, оружие мы выбили. Смотри, ты посмотри, сколько у него хп. И от каждого удара я защитился. Прям абсолютно от каждого. Благо вот это вот огрызок щита. Да хватит, я тебе сказал. Огрызок щита мне помогает. Ничего не говорю, но мне реально кажется, что он больше, чем предыдущий. Да что это за черт такой, а? И сюда.
И сюда разбираться будем, понял? Я хочу видеть вот этот бой со стороны. Реально мне его не хватает. Потому что посмотреть, какой я, мысипучечный, и вот на такого гиганта еще нападаю. Еще и зажал его в углу и продолжаю тут же месить. Фух! Готов! Готов, пузатый, понял? Быстро, быстро, легко и непринужденно мы забрали местного чемпионка. Ах, не успел. Такая прекрасная голова превьюха была, но, увы. И, кстати, могу сказать в том, то, что походу залагал квест, окей. С чемпионом-то я справился. А дальше-то что, ты живой? Ты живой еще? Нет, не живой. Ой, отвалилась шапка, у тебя отвалилась шапка. Малыш, практически йод, иди сюда, я тебя возьму, не буду пока убивать. Подожди от тебя, поднимайся. Смотри, он живой, он еще живой, эй. Тынь в глаз тебе. Не могу понять, почему он не умер и почему он не берется. Возьмись, я хочу тебя взять. А ты посмотри на бедолагу. Ой, ему больно, ему плохо, ладно, не будем больше живодерничать, придется его просто убить. Вот так, сейчас я его быстренько добью. На меня, по-моему, что-то скинули, что это, денежки, я богат. Ха-ха. Умер, да? Точно, все, умер, ты уверен? Жалко его тебя, можно было взять, можно походу брать тела, которые уже мертвые. Хотя я могу тебе сказать о том, то, что... Обычно во время сражений мы же воинов брали. Мы прям брали, прям поднимали, прям вот так вот за грудки трепали. И все было нормально. Не очень понимаю, что произошло сейчас и здесь. Так. У нас, как я и говорил, целых два чемпиона, посмотри. Раз чемпион и два чемпиона остались. Вопрос в другом, как определить, кого мы победили, кого нет. Так, смотри, поближе придвинусь к двери, чтобы посмотреть повнимательнее. Во-первых. Вон там появляется огромная башка, либо шлем, либо любой другой трофей. И здесь показано... Ага. Я так понимаю, вот это идеальное прохождение с помощью кулака? Либо руку ему оторвать надо, либо что-то еще. Если ты вдруг знаешь, что за вот эти черные отметины сердца, рука там и прочее на разных этажах, означает, напиши в комментариях, я обязательно прочту, скажу, да, это так прикольно. Груша, эй, груша, иди сюда. Не было груш, я реально не помню груш. Тунь. Прикольно. Вот, смотри, вот эта дверь у нас с тобой еще не пройдена. Где она там? Иди-ка сюда, погнали. Как минимум две двери мы на сегодня закончим. Это пока по планам. Так. Второй этаж, воспоминания. Тут так все легко, хорошо было. Так, я готов. Дали жидкий кинжал. Такой дрынь. Прикольно. На забор похоже? А, да, я забыл. Тихо, вот так. Салютирую тебя, вам всем. Я готов, идите сюда, буду с вами разбираться. Вон самого тощего начну, с вот этого. Я говорю, с этого начну. Подожди. Тихо. Вот с этого, умирай. Умирай, я же говорю, с тебя начну. Так, поехали. Ой, какое прекрасное копье. Тихо, главное не подпускать их со стороны. Но копье прям, прям прекрасно. Надо научиться им тоже управлять, потому что, как я помню, хэч! Ой, минус сердце. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу, да скинь сердце. Вот так. Будем учиться с этим оружием. Будем прям учиться, потому что каждое оружие... Ты что, на меня... Ай, стой! Подожди! Ты что, такую лыбу давишь, довольный? Подожди, умирай быстро, я тебе сказал. Чуть не убил меня. Чуть не забрал, вот это гад. Вот это гад, и вытащи стрелу. Ох. Эй, лук залагал. Я тут рассуждаю, говорю о том, что у каждого оружия есть свои преимущества, там все дела. И этот с ухмылкой, зараза, берет и убивает меня. Ты представляешь, убил меня и ухмыляется еще. Вот гад. Ладно. Благо мы успели отомстить. Ох, теперь у нас два жидких клинка и лагающий лук. Так, я готов. Ух, погнали. Идите-ка сюда, жидконогие товарищи. Главное, что здесь не будет великанов. Вон там уже куча сердец валяется.
И начнем, пожалуй, с вот этого. Хать! Воткнул, выткнул. И сразу... Ой! Тихо, стой. Подожди, умри. Умри срочно, быстро умри. Умри, я не хочу умирать, я умри ты. Вот так это делается. Именно вот так. Ой, фу. Тихо, стоп. Путаешься. Когда у тебя два оружия в руках, чуть-чуть путаешься, либо ты начинаешь беспорядочно вот так вот махать оружием, непонятно. И у тебя, в принципе, иногда что-то получается. Ну-ка, сними это. Фух. Ой, какая красота. И реально это можно было снять. Сердце прям вот так клинками, смотри. Жих. Я тебе сейчас покажу. Пойдем, смотри, вот. Первая жертва есть. И хать! Не попал. Сердце сейчас должен... Вау! А ты как близко так подошел. Хать! Минус один. Причем, что самое странное, это то, что ты, если попадаешь вот таким колющим ударом в голову... Тихо, отступаю. В голову, то он не умирает. Если ты попадаешь в туловище, в сердце, грубо говоря, ему вынимаешь сердце, он умирает как миленький. Попади вот таким, вот такой штукой кому-нибудь в голову. Ни в коем случае, конечно, не попадай. В реальной жизни такого... Только в игрушках. Никакого насилия в реальной жизни с тобой приедут. С тобой приедут, тебя заберут, понял? Так что не шали. А в игре, пожалуйста, месси, ходи, кроши, что хочешь делай. Вот, в чем странность-то? В голову попробуй вот таким кинжалом, ты в голову, блин, получи. Я думаю, от тебя уже ничего дельного не останется. А тут сердце, тут в голову бей сколько угодно. Ничего, говорит, нормально. Нормально все. Так. Это новая телескопическая палка, как ей сражаться, я пока не представляю. Салютирую, и в принципе-то, я готов, можно это и вот так вот и поделать. А, наверное, это надо как-то вот так делать, как гребля, сейчас попробуем, посмотрим, чуть-чуть поближе подойдет сам, уже надоел к ним бегать. Вот так попробуем. тоже прикольная штука, я просто кручу палкой. Просто буду крутить палки вот так вот прям по кругу. Еще, плюс ко всему, так можно передвигаться. Стой. Тихо, я тебе сказал. А вот так. А снизу, как тебе понравится. И... Тунь. Аккуратненько, я просто положил пальто. Тихо. Попал, зараза, попал. Надо точно сразу же быстро убивать. То же самое примерно, как с нунчаками. Вот эта палка, но слабее. Так же, как с нунчаками, работает полный фарш, включение мясорубки и прочее. Но, к сожалению, урона здесь меньше. Но, за счет того, тихо, защищаюсь, я защищаюсь палкой. Попал, не попал. Ох, ты не попал, значит тебе хана, понял? Ты не попал, значит попал я. Иди сюда, лучник, до свидания. Удобно, вот это реально прикольная штука. Потому что мало того, что ты находишься в достаточно далекой точке, а прежде чем тебя смогут вообще кто-либо достать, так еще и при всем при этом ты можешь палки махать в любых свободных направлениях. Красотища. Вот это оружие мне тоже нравится. Сейчас этого аккуратненько так. Хоть. Тихо, отбил. Еще раз аккуратненько в голову. Ну-ка, иди сюда поближе. Тунь. Прям аккуратненько ему так. Тунь запилил, и все. И все. Так, палка была шикарна. Давайте следующее оружие, будем смотреть, что же у нас тут. Сверху, да, где-то сверху отступаю, чтобы по голове не прилетело. И бабух! Красота! Это на выбор! Это последний матч! А, не так, извини, вот так, салютирую тебя. И начнется арена все против всех. Возьму палку. Почему бы и нет? Ты посмотри, сейчас, послушай звук. Ты представляешь, какое количество ударов приходится на противника? Так, я готов. Все против всех. И прикольно. И, в принципе, мотать прикольно, потому что это именно не палка. Это не палка, и на самом деле ты в руках, когда держишь джойстики, ты можешь как-то там выпендриваться. Тихо, стоп. Почему с этой стороны одни лучники? А, так не делается. Одни вот вы, гады, такие с дальним оружием. Остальные пацаны все честно месяца. Честно, месяца в рукопашку, вот смотри, видишь? Вот и лежи, отдыхай. Ладненько, а я пойду. Пойду, наверное, ближе к своему выходу. Где у нас там? Вот мой выход. Почему я туда иду? Потому что очень дурацки и очень отвратительно. Здесь расположена камера, никак, вообще никак ты не повернешь.
Не знаю почему, не знаю, хорошо ли это. Вернее, я знаю, что это плохо. И то, что камера привязана к определенному углу. И это иногда реально доставляет неудобства, потому что, как, например, я. Как я вот тут снимаю. Кто это по мне попал? Так, ты умер? Ты у... А, нет, нет, стой, 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 стой. Фух. Фух. Ой, летит. Подожди-ка, еще раз выйди, зайди из класса и выйди на... и зайди нормально. Все, перепутал. Не очень понимаю, вернее, неудобная камера, потому что, смотри, я не могу вот так и повернуть с помощью джойстика, он просто не поворачивает, он не поворачивает. И когда наступают моменты, когда кто-то тебе подходит со стороны, то есть со спины, там, я не знаю, и как-нибудь вот так, стой, стой, ни-ни, ни-ни. Пари киллс? Что... Что? Что значит 0 из 10? И почему у меня 0 из 10? Parry kills. Что значит? Что это, парное убийство или что это? Давай, подожди, я попробую к ним быстро подойти. К ним быстро подхожу, может быть, вот так как-нибудь засчитаю за parry kills? Убил? Убил? Нет, не убил. А я не понимаю. А что это значит? Это двойное убийство? Это двойное убийство значит или что? 0! 0 из 10! Так, так, подожди-ка. Возможно, мы что-то с тобой не так делаем, потому что... Остался! Хе-хе-хе, вот один товарищ. Остался всего-напросто один товарищ, и он... Что это? Это все? Ни одного правильного убийства почему-то не засчитало, но... При всем при этом квест закончен. Квест закончен, все прекрасно. Так, я передвигаюсь. Оружие. Нам выдают новое прикольное оружие. Неизвестно пока какое. Да, посмотрим. Кинжалы. Это парные кинжалы. Мы с такими уже воевали. Ничего особенно дельного нету. Не знаю. Так, поехали. Вот этим оружием придется сражаться с мастером меча. Как он там называется? Опять parry kills. Возможно. Возможно, просто всего лишь навсего залагали квесты. Такое тоже бывает. Смотри. А я сейчас чуть-чуть, малую малость... схитрю, потому что я сначала сделаю вот так, потом вот так, потом резко возьму палку и буду уже вместе с палкой подходить. Вот так. Вот так вот. Это и будет немножечко такая ловушка. Немножечко совсем слегонца, нечестно. А что делать? А что делать, товарищи головы? Такая вот жизнь. Такая жизнь у гладиаторов, такая арена. Тут либо ты живой, ну чуть-чуть схитрил, либо ты проиграл и ты мертвый. Это вот такие вот раньше были древние времена, все беспощадно, жалостно и так жестко. Именно жестко. Так, давай поднимемся, поднимемся с тобой на третий этаж. Почему? Потому что мне очень интересно одно. Появилась ли у нас голова? Появилась ли у нас голова, значит, вазы. Вазы я тоже не видел, кстати, тоже прикольно. Последняя, осталась последняя голова перед тем, как мы с тобой откроем Олимта. Олимта, как-то так называется. Наверное. Наверное, эта голова находится на первом, первюсеньком этаже. Давай глянемся. Вот она, конечно. Архилес. Архилес или как-то так. Так, секундочку. Вот, не знаю, попробовать сейчас ее. Давай, 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 пойдем. Пойдем быстренько попробуем с тобой сходим в Ахиллес. Наверное, уже в следующей серии. Так что ты пока комментируй, ставь лайки и подписывайся, если еще этого не сделал. Увидимся в следующей части, в которой мы будем зачищать вот эту комнату и вон ту последнюю на третьем этаже. Все, всем пока!